Сюда. Кильчик Зевсу. Сюда. Сюда ты, маленький. Сюда. А перед началом видео не забудь поставить лайк и подписаться. Это очень сильно поможет в развитии моего канала. И также не забывай приходить на стримы, которые проходят практически каждый день. Буду тебя ждать. Ручная, да. Так, нам блинк не нужен, мы берем бусы, так как это арена, и аспект выбираем. Архимаг получается. Ваша следующая способность наносит 20%. Ну, блин, ну круто же. Архимаг Зевс, чат. Что может быть лучше? Сейчас арена, арена. Дайте мне. Возьму-ка я это. Гангет бежит. Интересно, мог бы он выбить? Я хотел щит кинуть, прикиньте. По привычке нажал щит кинуть. А щита-то нету. Так, ломаем крипстеров. Буду через тройку качаться. А они бафа даже не в пул выбили. Почему? Ну все, это смерть. Оп! First Blood на Зевсе, здравствуйте. Погнали. Бывает, бывает, когда против новичков играешь. Хотя вон Фенрир со скинчиком. Сюда. Кильчик Зевсу. Я купил здание. О, поздравляю, поздравляю с покупкой. Опа, накинул говна. Оп, пихи. А ты умер. Сюда. Три килла и три моих килла. Мужики. Это ульта. Уходим. Уходим. Ну все, глаз Балора собрал. Всего хорошего. Ну или не хорошего. Я, короче, ульчу, мне все равно. Ой-ой-ой, сколько я ему хп снес. Ну или не я. У меня нет билок. Сюда. Туда. Блин, я прям вспоминаю детство, когда я еще не стримил смайт, но уже играл в этот в арену. Я еще тут аренщик, кстати. Блин, как круто с аспектами. Смотрите, архимаг. Офигеть. Круто. О, теперь стаки видно. Видели? В виде пассивки. В виде иконки видно стаки теперь над челом. Офигеть. Так, чтобы нам носить. О, кстати, не фри. Ну, блин, ладно, нет, давайте элдрическую соберем. Элдрическая всегда заходит. Фулл разум. Бро. Офигеть, я ему урон нанес. А что с уроном у меня? Нормально все? Сюда. Вы это видите, чат, вообще? Хорошо. Не, ну тут наученос. Типичный Зевс, конечно. Сюда, анстаппабл. Дай ему что-нибудь. Он в инвизе за мной бежит? В инвизе бежит? Я ухожу. Пойдет. Так, шлем тьмы. Это с инвизом, кстати, шлем. Полиномикон. Некрономикон. Получать 50 разума. О, давай некрономикон. Здесь некрономикон. А ты шо?
Ой-ой-ой. Нет, притянули. Нормально. Сюда, маленький. Куда ты убегаешь? Так, мне нужен кулдаун какой-нибудь. У меня очень много урона, но очень мало кулдауна. Пойдет. Сейчас, короче, собираем некрономикон и что-нибудь на кулдаун будем варить. Что за три кружка? Это пассивка Зевса. Когда три кружка настакивается, next взрыв тройки добавляет еще стан. Что? А с Зевсом все нормально в Смайте 2? Куда ты, маленький? Сюда. What the fuck? Oh, damn. Так, теперь мне нужен перезарядочка какой-нибудь, типа камня мироздания. О, это ульта, перезарядка ульты чистая. Здорово, Листадж. Листадж, спасибо тебе за набор подаренный Fortnite. Я вчера капец как поиграл, покайфовал. Спасибо за то, что скинчики мне продолжаете дарить Fortnite. Я как бы Fortnite не бросаю, играю. Но я не ожидал, если честно. Спасибо, мужик, огромное. Умер. Довел моба. Нет, они вдвоем меня задушили. Нет. Райли хир. 14-1. Все нормально за как бы за этот промежуток времени игровой сессии. В первом смайте он тоже, да, сильный на арене? Понял. Есть вот ребята, которым бесплатно дали доступ без покупки пака? Да, есть. У меня в чате в один момент очень много людей в какой-то из альфа-тестов сразу стали отписываться, что им, ну, выдали доступы. Очень много людей отписались тогда. Икс, погнали в next форме Зевса. Жесть, но я очень сильно доминирую просто. Это неимоверно. Блин, может быть, я красный заберу, кстати. Мне красный не помешает. Правда, понес, да, убью. И... У Ресса есть ульта. Не хочешь ультануть? Не всегда отображаются стаки. Странно. Там и Арес уже волну убийств сделает, шалеть. Мне кажется, если бы я ульт в него кинул, я бы его убил, да? Ну да. Ульти, бро, ульти! Пошел процесс! Трипл килл от Зевса. Квадро килл. Дайте пенту оформить, молю. Жесен килял-то. Жестко. Сюда, маленький. Что это меня задамажило так больно? Все, на базу быстро. Текс. Уменьшение перезарядки, если у вас больше. Конечно. Конечно. Сколько перезарядка теперь ульты? 60 секунд. А. Паралич. А, команда! Команда! Нормально, изи вообще. Это изи чат. Так. Ну ничего страшного.
Блоки по крипов отводит, пока мы заводим большого. Ух-ух-ух. Просто, ну тут без шансов, чат. Жесть просто. Издевательство. Ну, божественный Зевс, понимаете, я этот накопил боевого клича уже 5 стаков у меня. Какая жесть. Как будто Локи за мной бежит. Есть такое, чат, ощущение? Магическое пробивание. Давай вот это можем собрать. Так, не понял. Бегает тут, прикиньте, маленький. Зачем? Я себя внутри Таносом чувствую, поняли? Щелкаю пальчиком и все, и минус. Доблкил. Бога подобные девчат. Ой, блять. Простите, простите. Я просто с конквеста. Простите, простите. Блин. 28 хилов. А может быть, чуваки не ливнут с игры из-за этого? Я не отбиваю новичков у смайта 20. Ой, дэм. Но я не хотел, и правда. Ну хотел, ладно, правда, если честно, хотел. Ну и на этом, собственно, все. Не забывай ставить лайк, если видео тебе понравилось, подписывайся на канал. Также не забывай про мои соцсети в описании, группу ВКонтакте, Телеграм и мой Бусти. Увидимся уже в следующем видео. Всем ББ.